Привет, зритель. Тут спрашивали как-то, как бы, что я готовлю. Чутко повернула камеру в эту сторону. Так вот, что я готовлю в деревне. В деревне, в принципе, я примерно то же самое готовлю, что тут. Я собираюсь щи сделать. У меня тут есть свежая картошечка. Думаю, парочку из них можно очистить на супчик. У меня есть то, на чем в основе буду варить щи. Тут в баночке из-под варенья тушенка 190 рублей баночка за 300 с чем-то там грамм. Ну, вот это ермолинская, одна, последняя ее треть. Картошкой меня выдрах угостили. Но что-то у меня как-то все не получалось ее съесть. И я потом подумала, аж в деревню поеду, можно взять деревню будет. И сварить там супчик. Вчера меня вечером одарили бабочки ночные. Что-то в таком вообще количестве. Я думала, что они уже закончились. Первое лето, когда вот так по ночам очень много бабочек. Коты в первую же ночь стали гонять Алиску. И кошки тоже. Я 4 раза выходила в темнотище с телефоном, светя фонариком на телефоне. Чтобы их разогнать, они ее обычно на дерево загоняют, и как-то это более лучший вариант, потому что они, ты их разгонишь, она свалит с дерева и придет домой. А тут они ее как-то так гоняли, что даже на дерево не давали забраться. После я помою картошинку. Я вчера думаю, пока я ее жду, ну, немного помонтирую. Но не далось мне помонтировать, потому что откуда-то взялось очень много бабочек. В итоге в 1:15 я только легла, когда уже и кошка-то пришла. И я при этом приличное количество к праотцам отправила этих мерзких животных. Вообще их называю жопа с ушами. Дед говорил моей тете, что у него тоже что-то нереальное количество этих бабочек ночных. В этом году. Тут я у соседки забыла спросить, есть у них такое в этом, ну, вообще сейчас вот или нет. Или только мне с дедом так повезло. Деду-то пофиг, мне кажется, на ночных бабочек. Это я их боюсь. И они наглые такие. Так и норовят куда-нибудь залезть. Причем одна довыпендривалась и упала в ведро вчера с водой прудовой. Я думаю, вылетит или не вылетит. В итоге она все-таки не вылетела. Я забыла, у меня в городе одна штучка морковки оставалась, а и хотела ее с собой взять, вроде даже порезанная, очищенная была. Но вот только сегодня вспомнила про это. У меня тут, по-моему, кусочек морковки очищенный, который надо вот только вот порезать. Сейчас я удостоверюсь. А еще какой-то кусочек неочищенный. Но он уже, наверное, он настолько маленький, что он, наверное, даже уже и не пригоден в еду. Это прошлогодняя морковка. У меня тут даже есть свекла на тарелке, вот тут. Я вчера ее поставила варить, я, короче, как поставила варить свеклу, думаю, ну, пока кошка там гуляет. Еще мне что-то спать не хотелось, а вчера выдрыхлась 3 часа после того, как меня пчела укусила. Вторая за вчера и 8-я, наверное, уже за сезон. Надо по телеге посмотреть, какая она вообще за сезон. Да, тут морковка так выглядит, что как-то, ну, хрен знает. Можно, конечно, ее пока оставить, мало ли. Тут что-то надо чуть-чуть чистить. На замороженное, потому что на верхней полке холодильника было холоднее, чем где бы то ни было. Я сейчас прервусь и это помою картошинки. Поставила пока чайник, чтобы горячей водой залить, потом сразу. Короче, у меня была свекла, которой меня угостили, потому что там человеков угостили, и человеки меня угостили. И она как-то так странно выглядела, фиг знает, может она подсохла, может еще, ну, прошлогодняя тоже свекла. Я ее, думаю, сварю, сварится, так, ну, нормально получится, ненормально, ну, если даже не совсем доварится. Потому что на плитке фиг знает, сколько эта свекла варится по времени. Ой, ножик-то я убрала. Я, короче говоря, думаю, я ее это, даже если не доварится, я ее просто порежу, и у меня будет типа борщ. И она доварится уже в супе. Ну, так-то вроде нормально так-то на вид.
Сейчас надо ножичек принести обратно. Я сегодня черепушку даже помыла холодной водой. Значит, принимаю душ, ну как это, более-менее уже так готовенько. Думаю, надо это. Так окатилась, я думаю, сейчас голову помыла. Голову уже смыла, просто так уже под водой стою так. Там еще, как он, давайте-то его. Крупная муха, короче, летает. Слепень. Думаю, вроде не так жарко, чтоб ты летал. Одного отправила к праотцам, а другой откуда-то взялся и тоже летает. Придется слёкалку-то что-то обмыть. Ну и, значит, этот... Все уже так стою, кайфую, и вдруг раз вода отрубается. Думаю, блин, фига себе, свет вы отрубили, пробки выбило, или там что. Думаю, ну вроде как, мотор не шумит вообще так. Думаю, что за нафиг. Короче, ну как бы я уже все, мне смывать нечего было. В полотенце завернулась, на голову полотенце другое повесила, взяла халатик, поскакала, оставила только там этот шампунь самопальный и губочку и что-то еще. Но мы сейчас приду в избу, гляну, что там у нас. Смотрю, точно пробки выбили. Думаю, кошка что ли неудачно в окно запрыгнула и чайник задела. В общем, так и не поняла, в чем проблема, потому что когда пробки обратно включила, чайник в том же положении был. Но обычно как бы вырубаются пробки, а чайник включен, то он как бы продолжает дальше шуметь. Что такое было? Вроде напряжение. Ну как бы у нас или чайник и холодильник, или холодильник и плитка, или холодильник и насос с пруда. Если еще что-то такое мощное, то значит вырубают пробки. Что за хрень была, не знаю. Так-то, может, конечно, какая-нибудь мелкая мелочь прискакала похулиганить. Потому что тут у нас некоторые приехали. Раньше их крупный ребенок, теперешний крупный ребенок, раньше постоянно хулиганил над нашей бабушкой. То что-нибудь откроет, где не надо, то еще что-нибудь. Потом уверял, что это все само. Я думаю, ну не будем плохо думать о людях. Может, это как-то так. Совершенное совпадение, что пробки выбило внезапно. Я не буду сейчас отрубать, потому что у меня руки в этой самой. Ты просто услышишь, как умывальник работает. Водочки не хватило. Вместе с этим вроде больше очищать не надо ничего. Свекла, скажем так, это как бы она сварилась, но вилка ею притыкала, она не настолько мягкая, так что думаю, можно сейчас прямо вместе с картошкой и морковкой зафигачить. Варить буду, наверное, на газу. Thank you.
Что-то ветер периодически сильный, хотя вот сейчас смотрю, там солнышко вылезло. Наконец-то капитальное такое. Можно... Я окно на кухне прикрыла, в которое кошка лазает. Думаю, можно потом будет спокойненько прокатиться. Короче, вот тут у меня это, я вот завтрак хотела сделать. Я забыла, что ее надо сначала зарядить. В итоге у меня завтрак как-то на 4 захода растянулся. Было яичко вареное, куриное. Потом, значит, ну, думаю, пока он заряжается, яйцо хоть съем. Потом я бутерброд с плавленым сыром сделала. Потом я сделала себе этого цикория. И вот тут у меня был сыворотка от коровьего молока, кусочек творога козьего и кусочек бананчика размятый. Взбила так. Это вот первый, ну, стаканчик-то уже на сушилке. Мне кто-то из подписчиков, помнится, посоветовал. Мне не, чтобы так это никого не обидеть, но мне все-таки кажется, это Анна, которая... Был вот как раз запрос от нее по поводу, что я готовлю, когда в деревне. Она вроде советовала там в какой-то смузи, может быть, даже на этот блендер я делала обзоры. Там у нее камень тебе был совет, что можно положить немножечко творожка и будет вкусно. Было реально вкусно. Уже видно, да? Я как-то это, сначала поставила нормально штатив, потом случайно его задела, когда чихала. Я чихала, и меня что-то как-то это слегка снесло ветром, скажем так. Так вот, эти бабочки настолько обнагревшие, что я потом одно обнаружила даже в ковше, в котором варила эту свеклу. Ну, уже она, соответственно, не выплыла. И они какие-то такие, некоторые по размеру и цвету, прям таких даже не видела, что это такие бывают. Страшные, короче, мерзкие. Мне в каком-то стриме одна мадемуазель грозилась позвонить, а я сегодня что-то залезла в телефон, всякий спам почистить, и залезла в черный список, полистала, кто у меня там 180 номеров, и поняла, что та мадам тоже все еще там. Хотя я знаю, что у нее еще какой-то номер есть, ну, в смысле, номер-то я не знаю, но знаю, что он был. И она вполне могла бы, может быть, позвоните из другого номера. На велике мелочь проехала. Я думала сначала зажарку сделать. Хотя, может, правда, зажарку сделать. Меня даже луком... Луку мне дали. Свежего. Я весь процесс супа записывать не буду тебе, наверное, потому что я не знаю, мне кажется, в кухню этот штатив не совсем влезет в том виде, как он сейчас. Но можно взять маленькую сковородочку, на нее просто пока морковку сложить. Заодно достала масло сливочное. Так, я пока это как-то сюда временно переложу. И сейчас порежу свеклу. В общем, пока у меня будет делаться зажарка, у меня будет вариться морковка, точнее, у меня будет вариться свекла и картошка. Ну и капуста заодно. У меня тут еще есть перчик даже. Я вчера думала в салатик его положить, а потом что-то забыла как-то. А сейчас подумала, что тут перчик можно, один перчик, допустим, в супчик положить. Мне нравится щи, либо борщик с перчиком.
Помидорки, конечно, было бы еще круто, но помидорки нема. Есть только маринованная, но я хочу картошки оставить. Пюрешки пакетному. Там еще был запрос, какие продукты я в деревне покупаю. Но я потом, может, как-нибудь его попробую обозреть. Вот часть продуктов ты видишь, но это я не покупала. Это все со своего либо родственного огорода. Есть шанс, что у меня на лице кусочек цвета свеклы, потому что я сейчас пальцем в свекле провела что-то тут по носу. Ну, я, может, на руке засниму процесс, как вот это зажарка, допустим, делается. Или, может, туда все-таки влезет штатив. Как-нибудь загадочным образом. Может, конечно, много этой свеклы. Но ничего страшного. Много, не мало. После я хочу прокатиться в одно место. Проверить некую растительность. Тут солнышко то заходит за облачко, то вылазит. Так, у нас тут есть укропик. У нас тут есть петрушка. С корнем петрушки. И солью. У нас тут есть этот самый. А, это вот этот вот. Пастернак. Ну, пастернак я пока оставлю, я его за салатик оставлю. Сейчас надо кусок капусты, который мне выдали выдра, покапушить. Там вроде как кусок кочерышки даже. Думаю, надо ее слегка помыть. Временно. Думаю, это тут на газетке надо лишнее сейчас срезать. Ну, обветрившееся или как там оно. Я не настолько бомжик, чтоб это есть. Еще этот кусок листа, хоть я и снимала, но он какой-то погрызенный, малость. Хрен знает кем. Можно этот лист тоже снять. Не помню, срезала вроде эту, да? Нет. Пойду-ка выкину это. Были бы у меня кролики, можно было бы такое помогать. Mm-hmm.
Ну, когда-то в этом доме и правда были кролики. Тут кочерыжка. Я что-то думала, что она с другой стороны. Да, походу дела это кочерыжка. Фиг знает, я так что-то... Сейчас узнаем. Не, вот она. Я как бы люблю густые щи. Либо густую эту. Так, это кочерыжка. Либо густой борщ. Одна моя сестра с детства как не ела гущу в щах, так и не ест. Не могу сориентироваться, где тут это. Резать-то, чтобы не попасть на кочерыжку. Так как она крепко режется, наверное, это и есть кочерыжка. У меня там еще целый качанчик капусты есть. Показалось, будто кто-то в окно долбанулся. Но, может, кошка, наверное, пытается в окно долбануться. Иди сюда, дурочка. Иди сюда. Иди сюда. Хозяин закрыл окно, и ты не можешь залезть туда. Хозяин не ждал тебя так рано. Ты кого-то приволокла, что ли? Кошка там. Если ты обнаружишь жопу с ушами, разрешаю ее сожрать сразу же, не играя с ней. А то она почему-то думает, что с ними надо играть. А хозяин считает, что их надо сразу сжирать, раз увидел. И нашел. Дофига тупое приложение снова вылезло на весь монитор, которое вчера мне спокойно Moonblast не давало записать. Причем глючит его именно почему-то в деревне, именно в этот раз, вот так. Второй день подряд. Мне так и хочется сказать. Проклятие. ЛС. Полноценно, кто это? Я в телегу как-то кидала, когда у меня... Проблема была технического плана ютубного со стримом. Причем проблема со стримом раз на раз не приходится, как я заметила, на ютуб. Если бы я веровала в какую-нибудь ахинею, то я подумала, что моя защита ослабла, потому что меня вчера укусила пчела дважды. Потому что я вчера вообще не спавшей практически была. Из-за чего, наверное, не сколько, потому что меня пчела укусила в голову. Так попало, что лоб немножко все еще опухший. Так что-то я как-то до хрена сделала всего. Может, мне кастрюлю побольше надо взять. Салатные листья, наверное, сюда уже не влезут. Или отложить в пакетик это и заморозить. Ну как бы это на другую часть борща. То реально я как-то увлеклась, я забыла, что кастрюлька-то у меня не особо большая. Картошки-то ладно. Ну, свёклу этой самой, картошку-то потом, если что, в другую за эту самую зафигачу. В общем, вот это у нас пойдет в холодильник пока, в морозилку даже. И на следующий борщик. Короче, я вчера отрубилась на 3 часа. У меня после укуса, у меня иногда, ну, один к одному так бывает. Когда бывает, когда нет, что если в голову в какое-то конкретное место укусит или в другую часть тела, то шел в ушах, и
Привет, обморок. Я отрубилась на 3 часа. Так вот, я, если бы я верила во всякую такую странную штуку, то, о, зарядился этот самый, то я бы подумала, что на меня совершена астральная атака в честь того, что у меня ослаблен организм был последние сутки с лишним, то и защита организма тоже ослабла, и поэтому на меня вот идут эти атаки бабочек, всяких вот этих непонятных ситуёвин, то, что у меня тут приложение глючит. Потому что обычно у меня хорошая защита. Если бы я верила в эту, во всю вот эту штуку. Это надо помыть сейчас. Так, я тут что хотела, петрушки положить. Еще мясика надо переложить. В общем, я пока отрублюсь, соображу, может как-то получится по-другому это поставить. Листья салата я решила убрать. И сейчас заодно порезать перчик пока. Потом на одной конфорке у меня будет вариться с мясом вот эта штука, а на другой конфорке будет жариться зажарка. Надо помыть перчик. Надо бы мне отсюда закрыть это, а то там ветром будет мой газ удувать нахрен. Сейчас ты все равно дома пока сидишь. Он как бы чистый с этого, с сада, но... Мне было сказано, что он там случайно что-то задели, он обломился и тот и другой, поэтому мне их выдали. Ох. А раз он на земле все-таки успел полежать, то лучше его все-таки помыть. Еще у меня тут есть, я вчера измельчала найденные стрелки чеснока в измельчителе ручном. Ну и там соль, это то, что соль, то, что у меня не выскреблось, я немножко так это водичкой залила. Думаю, можно тут пустить. Можно сказать, учись, зритель, как можно экономно жить. Той же, допустим, деревня или не деревня. Ой. Если у тебя есть сад, либо кто-то, кто может тебя угостить плодами своих даров сада. Или плодами, дарами сада. Тем, что растет, короче, в саду. А. Кот орёт, скорее всего, рыжий. Поэтому, видимо, кошка и свалила домой, пока ее там опять не загоняли. Так, тут какая-то хрень. Я ж кабачок еще хотела туда положить. Я забыла, что сначала с картошкой хотела сделать. Ну, достала еще кабачок и только сейчас поняла, думаю, что у меня такое еще на столе лежит. Это кабачок. А кабачок нам тоже не пригодится, как и салат, который я убрала, потому что и так суп больно густой выходил. У нас тут есть лучок. Думаю, мы всю луковичку-то тратить не будем на зажарку. Нужно половинку взять, половинку оставить. Это выкинуть.
Зажарку можно сделать на свином сале, на растительном масле. Или на сливочном, или на топленом. Есть у меня, кстати, и топленое, но я что-то вот достала сливочное. Побольше, поменьше. Морковки много, а лучка поменьше. Можно морковку, в принципе, тоже чуть-чуть убрать. Ой, худый кусочек поскакал. Короче, вот тут. Сейчас я уберу немножко. В горке я еще не разбиралась, поэтому... Вообще, я сегодня планировала. Ну, думала, если будет дождик, то разберусь в горке. Думаю, в горке я, наверное, разберусь завтра. Сейчас мы возьмем чутка морковки. А потом у нас будет к следующему борщу. Надо, конечно, сначала масло разогреть, а потом что-то зафигачить. У нас вышло как-то так. Так, я, наверное, сейчас прервусь и перейду на кухню. Даже так, я решила делать по-правильному. Сейчас сначала масло растоплю, а потом все туда зафигачу. Еще кусочек отрезать. Кошка, ты сейчас ко мне пойдешь? Она сейчас ко мне пойдет. Кошка, я встаю, мне надо суп приготовить. Давай я потом тебя поглажу. Чуть-чуть попозже. Мы с тобой сегодня всю ночь вместе спали, в принципе, да? Ну вот смотри, зритель. Оно это самое поджаривается. Мимо. Где твой фартик? Это прихватчика из набора, что мне дарила одна подписчица. Как мне кажется. Там была прихваточка, еще это, рукавичка и полотенечко. Но как-то у меня было квадратненьких прикладочек очень много, и она в итоге у меня лежала, и я вот назад сюда ее привезла. Надо чутка убавить. Там, наверное, не очень видно. Вот так вот. Мясо я еще туда не кидала. Тут уже можно, думаю, вот так делать. Не повторяйте этого дома. На мытье добавилось еще сковородочка. У меня тут есть как раз вот то в контейнере.
Чесночок. Мелкие стрелки чеснока с солью. И еще одно добавилось на помытье. Сейчас надо этот какой-нибудь лавровый листик кинуть. Добавим газку. Опять нету. Это тоже нету. О, это чай с хлебушком. Где у меня тут специи товарищ? Это синий чай. Это на пока это добрый. Это шоколад. Каркады. А вот листики. Лавруха. Сейчас я сюда еще привезу свою баночку со смесью. Петрушка, листья и корни с солью. Так, где у меня крышка тут? Думаю, можно еще кусочек сливочного масла просто поверх кинуть. И тушенка свиная, ярмолинская. Может оставить на потом еще? Хватит, я думаю. Хотя, что тут ее осталось-то? Итак, банку на три части разделили. Накатим то, что не достается ложкой. И еще одна у нас баночка на мытье. Теперь, я думаю, можно слегка убавить. У меня там еще есть зеленый лучок перьями. И укропчик, про который я говорила. Но укропчик, я думаю, можно положить уже прямо в тарелку вместе с зеленым лучком. Ну что, у нас тут есть белый лучок. Моя тетя говорит, что он на баллонном газу варится быстрее, готовится. А так минут 20 где-то. Если это на готовой тушенке. Ну, 20-25.
Потом включусь, когда уже готово, вот. Вот, я, конечно, лоханулась, надо, наверное, было свеклу попозже положить. Он у меня под крышкой какое-то время еще стоял. Сейчас я буду обедать. И соли малость мало. Но я всегда стараюсь поменьше соли ложить. По крайней мере, последнее время. Последние, не знаю, лет 10. Хлебушок у меня вот такой будет. Я бы, конечно, пожрала тебе на камеру, зритель. Но у меня тут случилась проблема с пробкой. Я жду деревенского мастера на все руки. А потому просто поем без камеры. Вот такой у меня борщик. Вот это я готовлю. В принципе, практически все то же самое. Только что тут слабое электричество. Выдерживает оно только, допустим, холодильник и чайник. Или как я, ну, или холодильник, допустим, и насос. Ну, и у меня здесь нет такой конкретной техники, помимо медленноварки. Там вот теперь йогуртница в этом году, йогуртница и медленноварка есть. В этом году практически как вот в городе. Пытаюсь, а так вот, ну, были моменты, что делала такие быстрорастворимые какие-нибудь пакетные супчики. Ну, вообще, как бы, если тебе интересно, ты можешь плейлист деревенская глянуть. Там не все, конечно, смонтировано. Не за прошлый год есть ролики не смонтированные, за позапрошлый, за позапозапрошлый. Но можно понять примерно, если посмотреть их все. Все, что там есть. Что я, в принципе, готовлю. Сейчас я забыла достать зеленого лука. Но у меня есть укропчик, я сейчас, наверное, его покрошу сюда еще. В общем, зритель, пока.